Господин Хрущев приглашает миссис Элеонору Рузвельт на торжественный прием в честь ее приезда в Советский Союз. В программе... Простите, мистер Джеймс, сначала заедем по этому адресу. Я вынужден напомнить, что бывшая первая леди США не может нарушить регламент. Если мы опоздаем, нам придется приносить... Мы поедем. Никита Сергеевич подождет. Джентльмену должно быть приятно ждать леди. И кто же этот загадочный незнакомец, который может заставить ждать мистера Хрущева? Я познакомлю вас с этой женщиной. Впервые я увидела Людмилу на студенческой ассамблее. Маленькая, почти девочка, она поразила меня. Она выглядела как суровый ребенок, одетый в форму. Мне захотелось узнать ее поближе, увидеть ее улыбку. Фань Вэй, пехотинец, воюю год. Уничтожил 8 врагов. Очень хорошо. Красавченко Николай Прокофьевич, руководитель делегации советских студентов, коммунист. Очень приятно. Коммунисты в Белом доме – это редкость. And how many of the enemy have you killed? Ей очень приятно. И сколько людей вы убили? Я занят на партийной работе. Вдохновлять моих товарищей на подвиг – это очень важно. Party work. My job is to inspire my comrades for brave acts. It is an important job. Very good. Very important. Это очень важно. Владимир Пчелинцев, снайпер. 152 убитых при 154. Отлично. Младший лейтенант Людмила Павличенко. И кто же вы? Снайпер. Женщина-снайпер? И сколько же людей вы убили? Не людей, фашистов. 309. Это возможно? 309? Это правда? Что вы чувствуете, когда убиваете? Где вы учились убивать? Где вы учились? Извините. Простите. Пропустите. Мы тоже поступили. Пойдемте в парк. Пойдем, ты чего не рада? Нет, я рада. Да какая газировка? Пойдем с нами. Пойдем в парк. Не, я домой. Ну ладно, мы тебя там ждем. Парк. Приходи. Ну, обязательно приходи. Побежали. Пойдем. Ура! Мама. Мам. А можно я сегодня твое платье надену? Сегодня можно. Тогда иду переодеваюсь и тебе помогать. А Бударин ему отвечает, мол, война в Испании показала, что время шашкой махать давно прошло. Вегерников не выдержал, шашку схватил и за ним. Хорошо, что не так дал. Я тебя во дворе подожду. Переоденусь и едем. Отец, здравствуй. Ох, как вырядилась. Хорошо, еще мой китель не надела. Сапоги принеси. Я поступила. Первая в списке. Молодец, поздравляю. Можешь мной гордиться. Миша, будь с ней сегодня помягче. Угу. Папа! Когда вернешься? Пап! К ужину не ждите. А мы стол хотели накрыть, соседи позвать, отметить поступление, чтоб ты был. А что тут отмечать? Должна была поступить? Поступила. Молодец. Пойдем, поможешь. Отец! Обещай, что освободишься пораньше. Люда!
историки должны стремиться к правде. Кино – это сказка, Зача, а стрельбище – это правда. Но... Девочки, подходите, спасибо. Подходите. Послушайте, ну, там же на стрельбище, там, ну, ну все по-настоящему. Ну, действительно, там настоящие патроны, там оружие настоящее. Ну, что? Что, идем? Ребят, там порохом пахнет. Каким порохом? Зачем нам ваш порох? Ну да, кино это не настоящее. Ну, жизнь должна быть сказкой, это же обещал. Я тоже за кино. Ну, там страсть, любовь, музыка, и там это никогда не кончается. А я вот тоже за стрельбище. Люд. О, 3-3. Стоп. Предлагаю вариант. Орел. Стрельбище. Решка. Кино. Спорим на пиво, что будет орел? Хочу спорить. Люд, ну что ты? Ну. Ну. Орел. Ребят, ну чего вы мнетесь? Стреляйте быстрее. Может, на кино успеем. Ага. Мы не просто стреляем. Мы соревнуемся. Я тоже хочу. Ну, потом и ты постреляешь. Нет, я соревноваться хочу. Правильно, Люд, покажи им. Покажи этим киноненавистникам. Павличенко, не переживай. Четвертое место, оно тоже почетное. Каждый делает 5 выстрелов. Победитель определяется по количеству выбитых очков. Расскажите, как? Возьми ружье. Заряжай! Положи патроны в магазин. Огонь! Яблочко. Совмести прицельную планку, мушку и мишень. Дыши ровно. Задержи дыхание и мягко нажимай на курок. И выстрел. Оружие на стол! Оружие на стол! Назовите громко и четко свои фамилии! Колесов! Куцых! Фельдман! Павличенко! Павличенко, как видишь, что стрельба — это не женское дело. Это мы еще посмотрим. Смотри, у тебя в мишени ни одного отверстия найти не могут. Победитель Павличенко! 47 из 50 возможных! Товарищ командир, вы там точно хорошо посмотрели! Хочешь, сам иди посмотри. А у Фельдмана сколько? Юта, хорошо, что в кино не пошли, да? Стреляли? Так вам и надо. Любая война заканчивается или миром, или перемирием. Так вот, в 1651 году... Извините. Да-да, входите. Павличенко. Я? К ректору. Вещи на всякий случай. Итак, продолжаем. После так называемого Белоцерковского периода. Павличенко. Сюда. Павличенко Людмила Михайловна родилась в 1916 году. Мать Павличенко НГ, преподавательница английского языка. Отец Павличенко МС. Майор НКВД. Ну что? Вы пишите, пишите, товарищ ректор. Все точно? Точно. Выдержка есть. Не врет капитан. Согласно докладной Ковальчука, инструктора по стрельбе, 20 июня, находясь в тире Осавиахима во время стрельб, показали отличный результат. У вас есть талант. Мы решили вас направить на 6-месячные курсы мастеров точного выстрела. Поздравляю. А учеба? А что учеба? Я думаю, что ректорат, вы тоже не против. Через 6 месяцев возвратитесь, доучитесь. Правильно я говорю? Да. Да, конечно, конечно. Вернетесь, да учитесь. Вот. А я могу отказаться?
отказываться не советую. Доченька, возьми хотя бы свитер. Мам, там все выдадут. А если не выдадут? Пока приедете, освоитесь. Вот пироги. Материнские пироги тебе там не выдадут. Ты ничего не хочешь мне сказать? Но это же на полгода. Миша, это же зимой. Папа может позвонить, и все перенесут. Люда! Ты всю жизнь делал из нее мальчик. Видишь, во что это вылилось? Почему ты ее не остановил? Я полжизни воевал. На войне хуже всего женщинам. И скоро будет новая война. Мы, конечно же, благодарны Америке за программу Ленд-Лиза. Но если мы с вами хотим разделаться с Гитлером как можно быстрее, вам нужно сделать еще один решительный шаг. Советская делегация просит вас внести вопрос об открытии Второго фронта в повестку дня нашей сегодняшней ассамблеи как основной пункт. Советский народ нуждается в помощи, но он не нуждается в подачках. И поэтому от лица советской делегации я просил бы вас прекратить этот балаган. Люди хотят помочь, а вы называете это балаганом? Чем же мои деньги плохи для борьбы с Гитлером? Человек в вашем положении не должен капризничать. Любая сумма – это помощь. И почему молчит главный член делегации, мисс Павличенко, леди Смерть? Люд, говори. Павличенко. Мы студенческая ассамблея. Вопрос открытия Второго фронта — это компетенция военных и политиков. Внесение в повестку этого вопроса в наши планы не входило. Миссис Рузвельт, у многих из нас складывается впечатление, что это начало очередной предвыборной кампании вашего мужа. Вы хотите всю жизнь прожить в Белом доме? И почему вы не даете нам задавать вопросы мисс Павличенко? Ведь это может повлиять на то, будут ли американцы проливать свою кровь на чужой земле. Это хорошо, когда есть друг, готовый дать тебе оружие. Но еще лучше, когда есть друг, который с оружием в руках сражается вместе с тобой. Вы говорите по-английски подозрительно хорошо для простого солдата. Вас готовили перед поездкой? Кто вы на самом деле? Только скажите правду. Моя мама научила меня английскому. Она учительница английского языка. В университете я изучала историю вначале в Киеве, потом в Одессе. Как мы здесь оказались, а? Это же на все лето. Нет, это на всю жизнь. Я думала, история, это мы будем откапывать Трою, курганы. А здесь мы что можем откопать, ну скажи. Ну посмотри, это же ужас какой-то. Славочка, ваши материалы готовы. Вот он. Приходите в понедельник. До свидания. Спасибо. Люда, а тебе моряки нравятся? Мне милиционеры нравятся. Милиционеры? Почему? Не будешь заниматься, я их позову. Диплом на носу, голова чем забита? Нет, я бы все-таки моряка хотела. И я бы его ждала. Ждала. Шли бы девочки на пляж. Там и моряков много, и летчиков, налетчиков, и даже милиционеров. Шикарный выбор. Пусть любят милиционеры. Сонечка, Соня, они не понимают. Сейчас пятница, мне нужно закрывать архив. Зато я вас поняла.
Мне тоже есть до них интерес. Да. Сонечка, скажите, пожалуйста, а вам кто больше нравится, моряки или летчики? А? Знаете что, берите доктора. Где? Людочка. Я сейчас собираюсь на пляж. Там будет мой брат Буря. Он доктор. Красивый. В детстве он мечтал стать летчиком. Ну, все, хочу доктора. Ну и пошли. Ну. Люд, ты похоронишь нас здесь заживо. Мы скоро превратимся в Менделей. Людочка, вам пора научиться отдыхать. Хорошо. В понедельник с утра продолжим. С самого утра начнем. Что вы думаете, Людочка? После операции сам доктор Хоффман сказал: Боря, у вас руки из золота. То есть вы понимаете, что он сказал? Он сказал, что у моего Бори золотые руки. Он скоро уедет в Киев, а может быть даже и в Москву. Сидеть. Люд, это один раз было. Что было? Солнечный удар. Садись, Маша. Да, иди. Людочка, а если война? Сейчас все говорят за войну. Девушки, простите. Приносим искренние извинения. Простите, это случайно получилось, простите. Мы готовы на все, чтобы загладить свою вину. Так, Маша вас простила и забыла. И идите, хлопцы. Маша. Сейчас. Очень приятно. Гриша. А я Николай. А что вы считаете? Давай, Гриша! Мы сейчас выиграем и вернемся праздновать нашу победу. Маша. Люда, а тебе кто больше понравился, Коля или Гриша? Я их не рассматривала. Так посмотри. Маша. Познакомьтесь, это мой брат Боря. Здравствуйте. Понял. Маша, мы идем купаться. Можно присесть? Можно. Спасибо. Я его сразу узнал. И что вам? Соня рассказала про меня? Он сказал, чтобы я побрился, надушился одеколоном, нагладил брюки, начистил обувь, пришел к вам на пляж и произвел на вас хорошее впечатление. И все? Нет, еще она сказала, что я должен посмотреть на вас в купальнике и понять, что я должен срочно на вас жениться. Поняли. Борис. Людмила. Ну, если серьезно, то... Они летчики. Просто на это нужно время. Да. Очень интересная книга, Люд. А, значит, Люда. Очень приятно. Людмила. Маша. Как и обещали, приглашаем вас отпраздновать нашу победу. Ну и вы, молодой человек, тоже присоединяйтесь. А я с вами не согласен. Как вы можете быть против войны? Только война установит справедливость в мире. И мы ее установим. Нет, ваше мнение очень популярно сейчас, я знаю. Но я никогда в него не верил. Так что вы зря здесь. Петушитесь, войны-то не будет. Да? Мне сверху виднее. Война уже началась. Только вы боитесь это признать. И в этом ваша слабость. Почему? Да потому что вы трус. Вы хотите, чтобы другие защищали семью, страну, женщину. Вот вы кого-нибудь можете защитить? Защитить? Нет. А вот спасти, да. А у меня как раз тост. Давайте выпьем за... за мяч, который так удачно приземлился. Очень удачно. За мяч. За мяч. Людмила, а вы летали на самолете? К сожалению, нет. А у нас воскресенье учебное полет. Спасибо вам, Николай, за воскресенье. Боря, ты же хотел пригласить Люду и Машу к нам домой? На обед? Ну, стоит и молчит, а девочки чуть не улетели. Сонечка, извините, я бы очень хотела на полеты. Людмила, берите пример с Маши.
А то я могу улететь. Гриша, вы мне дадите порошок. Так значит, вы одна у родителей? Одна. И где живете в Киеве? У вас квартира, дом? Квартира. Коммунальная? Нет, своя. И сколько комнат? Три. И высота потолков 2,90. Паркет, четвертый этаж, большие окна. И телефон. И что ты спрашиваешь за всякую ерунду? Лютик, ну это не ерунда. Людмила, скажите, вы же думали, сколько у вас будет детей? Сколько мальчиков? И вообще, что самое главное для вас в вашем муже? Чтобы он зарабатывал? Чтобы он любил вас? Папа, мама, ну не мучайте нашу гостью. Нет, нет, мне интересно, я об этом не думаю. Рыба вот-вот будет готова. А что вы думаете за нашего Борю? Я его не знаю почти. О, так я вам сейчас расскажу. Боря — это наша большая проблема. Он очень хороший мальчик. Ой, вы знаете, все, все, что было в Одессе, мы взяли и всунули что в него. Что он принес из школы? Он принес золотую. А что такое в Одессе поступить в мединститут? А вы знаете, что о нем говорил Кольф? Что у него золотые руки. Люсик, об этом уже в Киеве известно. Но это все не важно. Мой сын может делать человека рядом с собой счастливым. И когда он встретит ту женщину, он подарит ей кольцо. Борик, принеси, пожалуйста, покажи Людочке кольцо. Людмила, ну, вы многого не ожидаете, особой ценности у этого кольца нет. Вы знаете, тот день, когда Люсик подарил мне это кольцо, он был выше Дерибаса. О, это еще одна ценность нашей семьи. Соня удивительно готовит рыбу. Папа! А, хотите, расскажу вам анекдот. Значит, в еврейской семье умирает дедушка. Он лежит на диване уже и испускает дух. Бегает мальчик. Он говорит: сынок, подойди ко мне, скажи, там у бабушки она жарит рыбу фиш, она на кухне, идет этот запах, пусть принесет мне кусочек. Прибегает маленький Фим и говорит: ты знаешь, бабушка сказала это на потом. Вы поняли? Вы поняли? Смеетесь? А теперь сердцу мир. Включайте радио. Началось. Что началось, говорите словами. К Советскому Слушайте. Союзу без объявления войны германские войска напали на нашу страну, атаковали наши границы. Что я вам говорила? И подвергли бомбежке Житомир, Киев, вот и все. Севастополь, Каунас Нет, и некоторые это... другие. Причем это убито не все. И ранено. У Гитлера свои планы, у нас свои. Боря, мы с мамой настаиваем, чтобы ты пригласил Люду в театр. Сегодня дают травиату. Были совершены также с румынской и финляндской территории. Мама, дай! Срочно! Ничего не слышно! Сколько можно, а? Девушка! Что сказал отец? Пойдем, а то опоздаем. Люда, на войне убивают. Я врач, я могу сделать бронь. Поймите, вы не должны, вы не можете участвовать. Ты прав, Борис, но... Отец сказал, что я должна. Я не смогу отсиживаться здесь, мне стыдно. Ну вот, а ты? Ты сможешь?
Я нужнее здесь. Просто каждый должен заниматься своим делом. А я закончила курсы мастеров точного выстрела. И я нужнее там. А ты, Боря, иди. Иди в оперу. Люда! Люда! Чужие. Там идет война, а здесь? Здесь они интересуются, шелковое ли у меня белье. И какая у меня помада. Люда, ты можешь объяснить, что это? О чем вы там шушукались по-английски с женой президента? Николай. О чем вы там спелись? Ты можешь объяснить нормально? Миссис Элеонора Рузвельт приглашает мисс Павличенко проживать в Белом доме во время ее визита в Америку. И приглашают только мисс Павличенко. У нас есть какая-то инструкция по этому поводу? До этого никто из советских граждан не оставался в Белом доме вне состава делегации. Я могу никуда не ехать. Мы должны цепляться за любую возможность. В президентском доме решаются важные вопросы. Лучше, чтобы наш человек был там. Да. Знаете что, мисс Павличенко? А решайте-ка вы сами. Следующая неделя будет жаркой. Вы не желаете обновить ей гардероб? Она нужна мне в форме. Пресса привыкла видеть ее такой. Вы все сделали? Разумеется. Я хотела понять Люду как женщина-женщину. Как можно хладнокровно убить 309 человек? Почему она взяла в руки оружие? Это совсем не женское дело. Наши журналисты называли Людмилу «Леди Смерть». И я замечала, как больно это ее ранило. Она была умна и хорошо воспитана. Она была красавицей. Просто война пришла к ней в дом, и у нее не осталось выбора. К тому же у нее был настоящий талант становиться невидимой и попадать точно в цель. Первая для снайпера. Незамеченным выйти на позицию. Для этого нужно правильно ползать по-пластунски. Ниже задницу, ниже. Ниже. Левая нога, винтовка, правая нога. Скользить, скользить, а не карабкаться. Кисть у ременной антапки. Ниже голову, быстрее, быстрее. Убита! Откряченная задница. Отличная мишень для врага. Старшина! И как с помощью этого вы собрались воевать? Чего вы ржете? Я вижу, здесь ни до кого не доходит, что немец взял Житомир, Ригу и вышел на Киев и Ленинград. Мы верили, что война будет легкой и принесет нам быструю победу. Но мы отступаем. Понимаете, отступаем. И несем огромные потери. И завтра этими потерями будете вы. И вы. Все неуставные вещи сжечь. Выполнять.
Держаться, подъем, поехали! Быстрее! Доложите об изменениях. Один камень исчез. Крест тоже исчез. Стоп, все надвинут влево, на 5 метров. Кочка перешла на место пня. Все? Камень сдвинут справа. На метр. Неплохо. Кругом! Вот правильная позиция. Убит. Интересно, но неэффективно. Убит. Цветы не с этой поляны. Товарищ майор, вы убиты. А когда уже стрелять-то начнем? Павличенко. Я. Все еще хочешь пострелять? Так точно. Уверена? Уверена. К бою! Товарищ майор, отойдите! Стреляй! Ты же снайпер, а не артиллерист. Девятка! Для начала неплохо. Первая пятерка на огневой рубеж, к бою! Всем отстрелять двойной боекомплект. Здравия желаю. Мужиков забирай, девок не отдам. Им еще учиться и учиться. Мы еще стрелять не начинали, патроны только подвезли. Они все после стрелковых курсов. Полгода там стреляли. Жалко. Мне моих тоже жалко. Меньше половины осталось. Слушай. За тебя одна будет. Побереги ее. Она еще тебя перевоюет. Павличенко.
Значит так, близко не подпускай. Увидишь офицера, сразу бей. Убил командира, считай, полотряда положил. Патроны беречь. Вопрос. Жестонкий, товарищ капитан. Танк можно остановить двумя способами. Первый – это закидать гранатами с близкого расстояния. Второй – это в смотровую щель танка бронебойным патроном попасть два раза в одно и то же место. Треснет стекло, а третьим выстрелом убить механика. Понятно. Товарищ капитан, тогда эти бронебойные. Ранили? Куда ранили? Кровь. Возьми.
За уничтоженный танк командующий 25-й Чапаевской дивизии генерал-майор Петров лично наградил полуавтоматической винтовкой СВТ красноармейца Павличенко. Отдельную роль в истреблении вражеских войск играет авиация. Рота Смирна! Боец Павличенко, ЛМ, выйти из строя. Есть! Фу, вот как. Павличенко, ЛМ, Михайловна? Отец Михаил Юрьевич Павличенко воевал в гражданскую? Так точно. Вот молодец, Мишка. Ах, ну что ж, если что, обращайся прямо ко мне. Поздравляю, боец Павличенко. Спасибо, товарищ генерал. Вот, товарищи, это дочь моего боевого друга еще с гражданской. Хлопцы, берите пример с таких, как она. Давай, скажи что-нибудь для бойцов. Клянусь, не жалеть тебя в борьбе с врагом. И убить из этой винтовки 100 фашистов. Вольно, политрук. Вольно! Макаров, ты приглядывай за ней. Если она в отца пошла, то... Понял меня? Так точно понял. Новое оружие всегда надо подгонять под себя. Одинаковых винтовок нет. У каждой свой характер. Его надо понимать и относиться к оружию. Надо так же бережно, как к жене. У вас есть жена, товарищ капитан? Нет, никого нет. Была жена. Я сначала боялся жениться. Вернулся после финской. Не мог поверить, что такая молодая и красивая меня любит. А в начале войны не сберег, не успел. Маша! Маша! Люда! Маша! Машка! Наконец-то я тебя нашла. Откуда? Людка! Машка! Ну ты, Маша! Люда! Я тебе только должна рассказать. Будем теперь вместе воевать. Я, ты и Гришка. Гришка? Кто такой Гришка? Как? Я все забыла. Мой летчик Гриша. Гриша мой! А это твой? Будет мой. Мисс Павличенко, как вы думаете, способна ли Россия победить фашизм без нашей помощи? Сейчас Советский Союз в одиночку несет на себе основные тяготы войны. Но фашистская агрессия — это общемировая беда. А вы не агрессор? Как же быть с финской войной, захватом польских земель? Вы построили тысячи тюрем. Вы воюете против своего собственного народа. Вы не видели, как мы живем. И вы не имеете никакого права... Я русский. И чудом уехал из России в 28-м году. Я имею право так говорить. Джентльмены. Садитесь. Прошу прощения, но пресс-конференция закончена. Спасибо за ваши вопросы. Людмила, ваша ошибка в том, что вы должны направлять дискуссию в нужном вам русле. Четко знайте, о чем вы собираетесь говорить, и всегда проявляйте уверенность. Уверенность начинается с улыбки. Мягче, естественнее. Помните, теперь улыбка — это ваше главное оружие. Это трудно. Мне так трудно говорить. Конечно, трудно. Этому надо учиться годы. Держите улыбку как можно дольше. Говорите громко, уверенно. И всегда смотрите собеседнику прямо в глаза. Ну же, смелее. Попробуйте.
Попытайтесь вспомнить что-нибудь веселое. Товарищ капитан, записывайте еще троих. Пишите акт, товарищ капитан, мы подтверждаем. Двоих она сразу, ну а третьего ждала. Мы даже поспорили. Немец закурил, думает, не видно. Она и стрельнула. Пришлось ползти. Вот. Ну, видишь, как курить-то вредно. Звери. Люд, вы приходите вечером к разведке. Мы вас окружим теплотой и заботой. Нам и здесь тепло. Ну, мы все равно ждем вас. Ну вот, Люда. Тебе медаль намечается. Товарищ капитан, а у вас ночные попадания случались? Да всякое случилось. Помню, в Финскую вышел на охоту. Смотрю, позиция интересная намечается. Если вот так вот прицелиться отсюда, то можно одним выстрелом сразу троих положить. Выхожу, жду. Бах! И получается. Но засчитали одного. Не поверили. Выстрел-то один был. Троих? Что творишь, дура? Что? Ты мне сам вчера показал, как троих одним выстрелом. У меня было бы 73, если бы не ты. Тебя убить могли. И тебя могли. Стой. Ты что, под трибунал захотела? За свои выходки? Марш на позицию. Слушаюсь. Товарищ капитан! Справа от места, у воронки.
Пишите еще одного. Уймись, дура! Уймись! Больно. А я сегодня двоих вытащила. Мне теперь 20. Мне, слушай, 21. Подуй. 21. А у меня 73 фрица. А могло быть больше. Макар помешал. Разрешите приземлиться? Приземляйтесь! Здравствуйте, Люда. Как же я соскучился. Здорово, капитан. Чего сам подшиваешься? Сколько баб в подчинении? Попросил бы? Да люблю. Успокаивает. Получен приказ о начале подготовки к эвакуации войск в Крым. Войска будут стягиваться в порт. Твоя задача — прикрывать отход. Здесь. Здесь. Уходим завтра. А что мы Одессу-то сдаем? Могли бы держать еще. Ну, начальству видней. Я сам с Одессы. Как подумаешь, что фашисты у Дюка кучковаться будут, аж с души воротят. Я вот так вот на батарейку прищепи срежу? Да, срежешь. Левее там держись. Ну, бывай. Давай, открывай, тормозов нет. Давайте выпьем за Одессу, за город, который нас... За город, где я влюбился. Да, за Одессу. О, а горючее-то кончилось? Так у меня есть. Сейчас, секунду. Разрешите? Хотел остаться с тобой наедине. Зачем? Да хватит, не надо! Я вас не люблю. Взрослые люди. Война, кругом смерть. Нас завтра убить могут. Спасибо вам, но не надо так часто меня спасать. Слушай, сказала бы сразу, что у тебя мужик есть, а ты... Я же говорила!
обещал. Кому? Себе. Давай помогу. Это у тебя получится. Не могу я. Это из-за жены? Это из-за войны. А если тебя убьют? Да вы трус, товарищ капитан. Надо верить, что не убьют. Борис Нарёвич, Полякову горячку бредит опять. Ну, поменяйте ему повязку. Борис Нарёвич, какую повязку? Да, простите. Товарищ военврач. Товарищ военврач. Просьба у меня есть личная. Этот боец Павличенко очень ценный, важный. Ну, позаботьтесь о ней. У нас тут обо всех хорошо заботятся. Но она не все. Она особенная. Она... Я знаю, что она особенная. Я тоже ее люблю. И давно. Ну, тогда я спокойно. Ты о ней хорошо позаботишься. Уж потом она сама решит, с кем остаться. Жалко, что вы не позаботились. Вот это и это. Нужно высыпать в кастрюлю, и получится борщ. Нет, мягче, естественнее. Борщ. Борщ. В Советском Союзе женщины делают так. А в Америке женщины делают вот так. Oh!
Что за день? It's all right. Не пугайтесь. It's only посмотрите. A frying pan. Это всего лишь сковорода. Простите. Шок. Контузия. What happened? Что случилось? После взрыва меня засыпало землей. Я пролежала там больше 5 минут. Я почти умерла. Я представляю, как это было страшно. На, возьми. Ешь. Люда, я хотел тебе спросить. Как ты? Я скоро вернусь. Нек. Вставай. Своим. Надо. Ты больше не солдат. Вставай. У тебя инвалидность. Ты больше не попадешь на фронт. Ты не понимаешь. Надо. В этих условиях я не могу тебя вылечить. Ну так лечи. Лечи давай. Тебя комиссуют. Я врач, а не волшебник. Рапорт о моем излечении подпишите. Молодцом, что поправилась. Ну что, пойдем-ка со мной. Чаем угощу.
Что с рукой-то? Это со мной. Давай, давай! Внимание на проходе! Подожди пока здесь. Получен приказ ставки город не сдавать. Держаться любой ценой. А вот и генерал Петров. Он только что прибыл с дальних рубежей обороны. И, вероятно, у него есть замечание. Прошу, генерал. Дальний оборонительный рубеж сейчас проходит в 13 километрах от Севастополя. Таким образом, город становится уязвим для немецкой артиллерии. Оттеснить противника дальше от города мы не можем. Да даже если помогли, линия обороны растянется, и удержать ее будет не в наших силах. Как защитить город? Один шрапнельный выстрел орудия линкоровского калибра поражает площадь шириной 250 метров и глубиной в километр. Только на одном линкоре «Парижская коммуна» 12 таких орудий. Их огонь мог бы подавить артиллерию противника. Но, как мне стало известно, согласно вашему приказу, почти все корабли отправлены на Кавказ. Считаю необходимым немедленно вернуть корабли обратно. Моя задача — сохранить флот. А в данных обстоятельствах я не имею... Наша общая задача — защитить Севастополь. Театр военных действий давно перешел на сушу. А ваше неумение или нежелание учиться воевать в полевых условиях приводит к массовой гибели моряков. Окапываться не хотят, маскироваться, ползать не хотят. Форму сменить почему нельзя? Наша форма — наша гордость. Вот, знакомьтесь, товарищ. Сержант Людмила Павличенко. Как говорится, Бог послал. Снайпер. А теперь скажи нам, в реальной боевой обстановке у кого больше шансов выжить? У меня в защитной гимнастерке или у того, кто в черном кителе? Китель я убью в первую очередь. А вас, товарищ генерал, придется немного поискать. Вот так. Спасибо, Людмила. Дьяченко, готовьте приказ о переобмундировании. Иван Семенович, рапорт-то. Ну, если врачи дадут добро, воюй на здоровье. Тяжелый есть? Осторожно! Сколько у нас осталось свободных коек? Борис, мне нужна справка о моем излечении. Напиши. Борис Ефимович, Сидоренко, большая потеря крови. Требуется ампутация правой и левой конечности. Давайте вы сразу на третий этаж в операционную. Хорошо. Жук. Тяжелое поражение ткани печени. Жук. Направьте его в первый госпиталь. Вадим! Вадим! Где? Где наши? Мама, где? Смотри. Они там, мы в свете. Обещала Макару. Он очень хотел, чтобы она стала твоей. Что поделаешь, война. Надо жить. Надо жить.
Люда, а куда ты пропала? Не надо на фронт, подпиши. Ты не обижайся, пожалуйста, но... Мы еще не вылечили твою контузию. Это будет убийством посылать тебя туда. Я этого себе позволить не могу. Макаров погиб. Ты слышишь? Прости. Стой, Боря. Ты что, не понимаешь, что вот с этим вот мне... Спасибо, Боря. Я готова. Close your eyes. Закройте глаза. Don't peek. Не подглядывать. Open. Открывайте. This is for you. Это вам. Close your eyes. Закройте глаза. Don't peek. Не подглядывать. Open. Открывайте. So sad that nobody sees. Как печально, что из-за этой войны никто не видит в вас женщину. Во мне тоже не всегда видят женщину. Когда у нас с Франклином все начиналось, я не могла поверить своему счастью. Умный, успешный, красивый. Why did he pay attention to me? Почему он обратил внимание на меня? Я не была красивой. Я была такой дылдой. And he chose me. А он выбрал меня. Я ваш новый командир. Пойдемте убивать фашистов! Ой, наш дура. Люд. Люд, посмотри. Чего я принесла? На спирт выменила. Итак. Опля! Опля! Так, это, вот это поменьше мне. Вот эти побольше тебе. Спасибо. Спасибо. Чего спасибо? Спасибо. Сейчас морозы начнутся. Мне по этим камням ползать, и тебе на них лежать. Нас с тобой еще рожать. Так, значит, мы... Давай в следующий раз вместе пойдем. Заодно и к Гришке. К Гришке зайдем, а то ему, конечно, очень там одиноко. После того, как Николая сбили. Прости. Ничего. А ты видел своего нового начальника? Красивый, а? Нет. Некрасивый? Не видела. А ты представляешь, дед какой-нибудь. А молоденький так... Ой. А молоденький так обязательно приставать начнет. Капитан Леонид Киценко, ваш новый начальник. Прошу к столу. У нас сейчас будут особые задания. Диверсия в тылу, охота за вражеским снайпером. На задание уже завтра пойдем? Да. А жетон из трупов разрешите? Людмила, вы ешьте.
Отставить. Уходим. За мной. Стой. Стой! Кругом. Так нельзя. Мы же не фашисты какие-нибудь. Ты почему не дал мне его убить? Они не заслуживают легкой смерти. Они убили... Не в них дело. Дело в тебе. Нельзя жить ради мести. Война — это не только смерть, это еще такая жизнь. Если не придумаешь, ради чего тебе жить на войне, тебя убьют. Пусть убьют. Тебе-то что? А я не хочу терять еще одного напарника. Вы двое. Вот ваши две точки. Сколько? Очень опасная техника. Скажи, кукушка. Дальний выстрел. Пробой. В городе слушай свое сердце. На стреляй между ударами. Это Рождество у них. Знай, никто ее не спасет, если ты ее не спасешь. Знай, никто его не убьет, если ты его не убьешь. Так убей же фашиста, чтоб он, а не ты на земле лежал. Не в твоем дому, чтобы стон, а в его по мертвым стоял. Так убей же хоть одного, так убей же его скорей!
Сколько раз увидишь его, столько раз его и убей. В эту ночь Гитлер хотел праздновать Новый год в Севастополе, но благодаря нашей стойкости праздник у нас во второй раз мы отбросили врага от стен города. Севастополь жив! Севастополь будет жить! Леонид, познакомьтесь, это Борис, мой двоенный друг. Борис. Товарищи. Леонид. В связи с поступлением боеприпасов приказываю немедленно приступить к ликвидации 1500 ящиков шампанского, чтобы освободить штольни. С новым 1942 годом! Ура, товарищи! За товарища Сталина! Стой! Ура! Не открывай! Я за посудой! Последний раз мы с Милой пили шампанское у меня дома. Давно знакомы. Я полюбил ее еще до войны. И вообще, если бы не она, меня здесь не было. Жалеешь? О том, что влюбился? О том, что на войне оказался. Нет. Тогда бы мне пришлось пожалеть о том, что я в нее влюблен. А здесь мы иногда с ней видимся. А вы? Вы ее любите? Ты чего? Ты только с офицерами! Подстрелка, офицеры! Немцы надо бить, они морду друг другу. С Новым годом! Извините, я пришел без своего агента. Вот мой проект для вас. Это сигареты. Я даю миллион долларов, если вы разрешите использовать ваше фото. Тот человек – мой агент. Этот? Да. Поговорите с ним. Спасибо. Простите, что заставил вас ждать. Моя машина тоже убивает. Хорошее оружие. Спасибо. У каждого свое оружие.
Пойдемте лучше ко мне в гримерку. Здесь невозможно разговаривать. У меня для вас есть сюрприз. Мисс Павличенко. Люда! Павличенко! Ты что себе думаешь, а? Ты совсем охренела, Павличенко? Какой у тебя к черту агент, а? Только два вопроса. Остановитесь же. Два вопроса, пожалуйста. Куда же вы? Остановитесь. Неужели вы надеетесь найти такие слова, чтобы президент отказался от предвыборного обещания и послал наших парней умирать на чужой земле? Извините. Прошу. На пресс-конференции я задам вам много вопросов, на которые вам нечего будет ответить. А вы популярнее меня, мисс Павличенко. Fell by your gun, yeah, fell by your gun. 300 fascists fell by your gun. Fell by your gun, yeah, fell by your gun. 300 fascists fell by your gun. Miss Pavlichenko's well-known fame. Russia's your country fighting. Well, do you like it? Вам нравится? Да-да, yes. Мне нравится. Эту песню я посвятил вам. Позвольте мне исполнять ее. Никто и никогда не посвящал мне песен. Fell by your gun, fell by your gun. 300 fascists fell by your gun. Fell by your gun, oh, fell by your gun. More than 300 fascists fell by your gun. Ты знаешь, я решила мальчик игрушки рожу. Машка, ты что, с ума сошла? Мне так захотелось тоже своего, чтобы вот здесь. Гришка не против. In the mountains and canyons, quiet as a deer. Down in the forest, knowing no fear. Lift up your sight, down comes a Hun. 300 Nazis fell by your gun. Люда, подожди, у меня для вас новости. Что случилось, Маша? Пойди, расскажи. Просили батьку, просили мати. Я вас теж прошу, приходьте завтра до нас на весілля. Куда? Куда? На свадьбу, весілля, веселіться будем. The hot summer's heat, or the cold winter's snow, all kinds of weather you strike down the pole. Your face is as bright as the new morning sun, but more than 300 Nazis fell by your gun. Fell by your gun. Отлично. Видишь? А я уже умею. А научишь меня из винтовки стрелять? Научу, научу. Не сейчас, пока так тренируйтесь. Мы шли по винке. Убили Гришу. Помянем. Помянем. А я не жалею. Мы сомневались, война ведь могут убить. Но мы решили, что вместе оно не страшно. Вместе лучше.
Чтобы я не стояла. Леня, я сына хочу. Но ты же сам мне говорил, что война — это такая жизнь. Да. Good morning. Good morning. Доброе утро. Павличенко, это что за маскарад? Немедленно приведи себя в порядок. Пусть они увидят, что я женщина. Ты не женщина. Ты советский солдат. Помни об этом. Выходишь. Сталин, общий враг, второй фронт. Никакой самодеятельности. Понятно? Есть. Что же они с тобой сделали? Я больше не могу. The men should have protected. Мужчины должны были защитить тебя. Люда. Люд, я... Коли настане день, закінчиться війна, там заубив себе, побачив аж до дна. Помогите!
Лёня. Люда, тихо, тихо. Лёня погиб. Успокойся, слышишь меня? Все, хватит. Я и так виноват перед тобой. Для тебя теперь война закончена. Ты комиссован и не годна к военной службе. Кого вы тут собрались комиссовать? Павличенко теперь не просто боец. Она теперь символ. А символы не комиссуют. Немедленно покиньте расположение госпиталя. Ты под трибунал захотел? Давай. Это не санаторий для довоенных подруг. Не читал? Немцы сообщили о ее смерти. Близится третий штурм. А у меня бойцы идут в бой с ее именем на устах. Я буду жаловаться генералу Петрову. Это его приказ. Поставить ее на ноги. Она нужна нам на фронте. Держи. Давайте я сам. Выше можно? Вид какой-то у нее не героический. Улыбайтесь. Голову выше. Веселей. Товарищ комиссар. А, Павличенко. Давай, заходи. Вот, полюбуйся. Один из лучших немецких снайперов. Отто фон Зингер. За тобой приехал. Поверили, что ты жива. Сработало фото. Вот. По данным нашей разведки, его лёжки находили вот в этом квадрате. Я не смогу, товарищ комиссар. Так, Люд, ты брось. Понимаешь, как важно выиграть эту дуэль? Он лучший снайпер, а я уже нет. Вот справка от твоего врача Чупака. Я не годна к боевой службе. Все. Ты понимаешь, сколько твоих товарищей убьет этот Зингер? Я не смогу. Ты должна это сделать не ради меня. Я не смогу. Не ради себя. Я не смогу. Ради Лени Киценко.
пожалуйста, генерал-майору. Товарищ генерал-майор. Что у вас? Необходимо срочно эвакуировать старшего сержанта Павличенко. А других, значит, не надо? Сейчас готовим эвакуацию архивов и документов. Из людей имею право эвакуировать партработников и ценных специалистов. У меня приказ. Сотни убитых немцев. 4 боевых ранения. Контузия. Она же женщина, в конце концов. И она не ценная. И она не заслужила вот это. К нам на пляж. Я сказала, что тебе непременно надо посмотреть у меня в купальнике. Фу, соня, рыба, травята, твои родители. Ваше фамильное кольцо. Архив, Мендель. Подожди, ты помнишь про кольцо? Я всегда знал, что когда-нибудь обязательно подарю его тебе. Знаешь, у нас было бы 5 детей. Ой, 5 будет. А Соня, она учила бы тебя готовить. А я же умею лепить вареники. Отлично, и мы бы собирались за большим столом все вместе. Да, каждый день. Да, каждый день. Ну, за исключением тех вечеров, когда мы ходили бы в оперу. Нет, Борь, я не люблю оперу. Уж лучше в кино. Быстрее, взлетаем! Аккуратней! Люда, держи саквояж, там все необходимое. Держи. Боря, ты... Товарищ командир, лодка к погружению готова. Я приеду следующим теплоходом. Я же одесский еврей, я таки отсюда выберусь. Боря! Приготовиться к экстренному погружению. Боря! Убрать рам! Борис! Людмила открыла для меня одну из самых страшных страниц этой великой войны. Оборона Севастополя продолжалась 250 дней, но город все-таки был захвачен врагом. Эвакуация войск и гражданских организована не была. Генерал Петров и несколько десятков офицеров командного состава были эвакуированы на подводные лодки. Всего же самолетами, подводными лодками и катерами с Севастопольского берега на Кавказ эвакуировались около 3000 человек. Адмирал Октябрьский был эвакуирован на самолете. Людмила спаслась чудом. Ее спас человек, который так и не успел сделать ей предложение. Он отдал ей свой именной пропуск. Это был пропуск в жизнь. Ice,
любивший Людмилу Борис, ее подруга Маша и около 80 тысяч защитников Севастополя и жителей города остались на берегу, один на один с врагом. Они были обречены на смерть и плен. Люда часто говорила, что все они были героями. Джентльмены, I'm 25 years old. Мне 25 лет. And I have killed 309 Я убила 309 фашистских захватчиков. Do you think, gentlemen, не кажется ли вам, джентльмены, that you have been hiding, что вы слишком долго прячетесь за моей спиной? Стали друзьями. Из писем я знаю, что она не вернулась на фронт, работала инструктором в снайперской школе. После войны Людмила окончила университет. Ей присвоили высшее звание Герой Советского Союза. Она выиграла все свои войны. И как солдат, и как дипломат, и как женщина. Я хочу увидеть ее сына. Не сомневаюсь, что он похож на нее. Да, мистер Хрущев может подождать.